А сейчас о спорте. Спорткомплекс «Юбилейный» вновь содрогался от поддержки болельщиков тверских «Динамовцев». Принципиальный матч с пензенским «Дизелем» стал лучшим в регулярном чемпионате ВХЛ для тверских хоккеистов. Как развивалась история сражения на льду, расскажем в нашем сюжете. Со стартового взбрасывания хозяева начали прессинговать пензенских гостей. Хороший момент имел прорвавшийся к воротам «Дизеля» Михаил Бицадзе, но его заключительному броску не хватило точности. К завершению стартовой пятиминутки пензенцы освоились на тверском льду. Игра приобрела обоюдоострый характер. Самый яркий эпизод первого периода создали хозяева. Георгий Бусаров из убойной позиции угодил точно в щитки вратаря гостей Максима Борисова. Табло «Юбилейного» сохранило нули. Мастерства, походу, не хватает. Да, что, партнер хороший момент создал, перехватил шайбу, можно сказать, дал подударную позицию. Стал поудачнее бросить. Надеюсь, в следующий раз поудачнее будет. Вернувшись на лед, динамовцы взвинтили темп, оказывая максимальное давление на оборону гостей, и были вознаграждены на исходе второй минуты второго периода. Приехавший на помощь из столичного «Динамо» Владислав Ефремов зарядил от правого борта. Шайба Читков Борисова отскочила на противоположный фланг, где молодой защитник Михаил Семенека, не раздумывая, щелкнул поворотом. 1-0. Через пять минут всевидящий Шипов отдал ювелирную передачу между двух соперников на свободного Ивана Иванова, который не оставил вратарю пензи ни единого шанса. Борисов отправился на скамейку к партнерам, а в ворота «Дизеля» встал опытный Илья Андрюхов. Первое удаление в матче получил нападающий гостей Алексей Князев. И это сыграло на руку его команде. Владислав Барулин вырвался на оперативный простор и идеально исполнил бросок в девятку. Вместе с тем динамовцы все-таки смогли реализовать свое большинство. Дубль Ивана Иванова свел с ума трибуну «Юбилейного». 3-1 в пользу «Динамо» по итогам второго периода. Я бы не сказал, что провал. Да, там, как бы я им не сказал бы, что «Динамо» переигрывает нас. У нас есть куча моментов, куча контратак. Просто ненужные удаления, плюс наши грубые ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. И поэтому они сейчас отображаются на табло наши ошибки. То есть счет 3-1. Но я бы не сказал, что нас как-то соперник на голову выше и так далее. Равная игра, просто мы свои моменты не использовали, они забили. И жалко, что 2-1 счет был, и не выстояли в итоге меньшинство, пропустили 3-1, ушли на перерыв с таким счетом. Заключительную треть поединка динамовцы начали с позиции силы. Ровно через полминуты после возобновления игры Илья Шипов заложил перед воротами пензенцев вираж и нанес разящий бросок с разворота. 4-1. Попытки «Дизеля» переломить ход матча натыкались на аккуратные и абсолютно дисциплинированные действия тверской команды в обороне и сверхнадежность Вадима Жиренко. Пятый гол стал настоящей вишенкой на торте динамовской победы. Марк Верба молниеносно ворвался в зону соперников и сходу мощнейшим кистевым броском отправил спортивный снаряд в сетку. Классика, которая всегда актуальна. Победа «Динамо» со счетом 5-1 стала, пожалуй, самой красивой в этом сезоне. А с учетом значимости этих двух турнирных очков, еще и самой важной. Динамовцы завершили домашнюю серию и теперь отправляются в гостевое турне, первой остановкой которого станет город Ташкент. Матч с «Хума» пройдет 5 февраля.